бесит, раздражает, ненавижу. Это то, когда ты заболел и у тебя не дышит нос. Ты ничего не чувствуешь. Я купила себе спелое авокадо вчера. Я думала, что я себе сделаю сейчас вкусный завтрак. Хоть что-то мне подложить, и я ничего не почувствую. Что ты будешь есть? Ну, что? Давайте мне пожелаете приятного аппетита. Я правда не чувствую, но буду думать, что это вкусно. Это яйца, огурец и тост. Я ненавижу, вот клянусь от всей души, ненавижу вот этот период, потому что мне кажется, ты переводишь просто продукты. На самом деле сейчас посижу, отвечаю на ваши комментарии. А где у тебя? У него вот хвост отвалился, Роб. Нет! Не надо! Зачем ты в миске к собаке змею помещаешь? И приятного тебе аппетита! Многие говорят, что вот это похоже на миску для собак. Я тут отвечаю на письма, а ты что делаешь? Да. Ага. Пишешь? Приятного тебе, малыш. Может, тебе подстричь все-таки? Да. И вот, день-два под дождем, я бегу, сейчас мы сядем, сделаем быстро педикюр. Вообще, я так поняла, вам не хватает общения немножко именно со мной, но я буду стараться, я увидела, что людям это нравится, так что я к вам прислушиваюсь. И тут опять 25. И вот так обещают еще несколько дней. Хотя нет, завтра перерыв, и я планирую с Германом прогулять детский сад, взять двоих мальчиков, поехать в парк Горького гулять. Там открылась новая площадка, о которой много-много говорят, но только когда ее открыла, было просто безумное количество людей. Мы с подружкой решили перетерпеть и только потом поехать. Я в эту субботу должна не умереть. Но я не знаю, как это сделать. Короче, я пришла к Кате на тренировку. У меня не грязная голова. У Кати очень грязная голова. Иди в жопу. Она мокрая. Это же видно. Я на самом деле не признавалась. Я хожу уже месяц примерно в зал. Но я решила ничего особо здесь. Нет. Я не признавалась. Призналась. Нет, но я на самом деле решила просто в зале снимать. Вот вообще не снимать или снимать вот как на неделе блогов. Наоборот, сейчас голову вверх, голову вниз. Вверх, вот. Вниз, вытягивайся. Умница. Я не могу на повтор так делать. Сядь поглубже. 5. Корпусом не двигай, опять поднимаешься. 6. Молодец. Смотри, вот, сжимай сильнее. Вот. Спасибо тебе, Катя. Здоровья. Какой тихонький. Лето, спасибо, Катя. Спасибо, Катя. Все, ладно. Представляете, меня после зала поймала Юльчик. Это мой постоянный зритель. Поймала меня, я ей передала тоже кусочек косметики, которую девчонкам раздавала. Мы стоим под дождем, мокнем. Еще мне подарки она подарила, конечно же. Вот, так что я сейчас приду домой, покажу. Так. Ко мне приехало два курьера. Давайте сделаем мини-распаковку в этом влоге. От Юли, что же она нам подарила. Вот. Это делает она сама. Вручную. Представляете, вяжет. Так что придет время, я тебе расскажу. Машинки. Машинки никогда лишними не бывают. Я только вчера во влоге, помните, сказала, что нам для трекера нужны тачки. И в последнем пакете, знаете что? Яблоки со своего огорода. Так что, Юльчик, тебе большое спасибо. Ко мне приехала посылка и от... Озон, а на самом деле сейчас поржете, что я заказала. Я же вчера готовилась, я купила тоже машинки, я же не знала, что нам подарят. Я заказала две машинки Hot Wheels и заказала, знаете, что это? Камеру, экшен.
Не GoPro. У меня раньше была GoPro, потом я ее продала, потому что мы ей не пользуемся. Когда я езжу в отпуск, я периодически у Кати, своей, у Кати Крас, спрашиваю камеру, и мне уже надоело ее дергать, если честно. И в эту субботу мы бежим гонку, я решила вот... У меня будет камера домашняя, которой с ней можно и нырять, и плавать. Это, по-моему, то же самое, что и GoPro, просто она попроще. Ну, посмотрим по изображению, какая она, по отзывам вроде ничего. Не успела я прийти домой, как мне уже скоро выходить опять. Я пойду за Германом. Сейчас нам с вами надо будет приготовить обед. Что-то мне нужно перекусить, вроде вчера оставалась как раз курица. Так, девочки, в последний момент я все-таки решила показать, что я делаю с курицей, потому что, ну, наверное, все по-разному готовят. Смотрите, меня свекровь давно научила... Берешь карри, берешь мускатный орех, чуть-чуть это посыпаешь и соль. И придает очень классный вкус, который я, конечно, сейчас не почувствую. Но благодаря специям, я надеюсь, хоть что-то почувствую. Просто вот слегка карри и мускатный орех. Это очень вкусно, вот именно в этом сочетании. А еще вот уже неделю хожу хихикаю, потому что, Бишко, ты живешь у меня в квартире, например. Рубашку забыла, в ванной зубная щетка ее стоит. Здесь какие-то зарядки или какие-то провода. Короче, Бишко, как всегда, welcome, я тебя жду. Выбегай. Скажи, Герман. Герман. Скажи, арбуз. Арбуз. Скажи, редиска. Редиска. Не получается. Редиска. Да. А теперь скажи, Роберт. Роберт. Отлично. Ты мой сладун. Аркадий Паровоз. Папа твой Аркадий Паровоз? Да. Аркадий Паровоз. А куда тучи двигаются? Все, пойдем. Человек покорять пришел. Это на самом деле шпионе, потому что мне сказали выйти. Ну, типа, дети сами занимаются, я считаю это правильно. Но я решила хоть одно задание подшпионить все-таки и снять, как же он занимается. После футбола ко мне пришла гениальная мысль. А почему бы нам не сходить в магазин и не купить новые сапоги, из которых мы выросли? Вот это гламур. Вот это дела. Гер, что мы нашли? Это очень смешно. Хотите быть модным даже в кроксах? Пожалуйста. О, они вообще невесомые, слушайте. Вообще ничего не весит. Какой размер? Да, они большие прям. Тебе надо поменьше. Натягивай сам. За эти штучки берись и натягивай. Натягивай, натягивай, натягивай. Сам ты их так никогда не Ой, Герман. Все, мы купили только сапоги, штаны Робика мы не нашли. Купили зонт в H&M. И сейчас мы садимся на автобус, едем домой и готовим шарлотку. Да, Герман требует шарлотку со вчерашнего дня. Простите, конечно, но вам эта картина не напоминает вчерашний день? Герман сказал, шарлотка завтра, сегодня треки и новые куча-куча новых машин, которые я сегодня, собственно, и распаковывала. Бип-бип! Бип-бип! Ну что, девчонки, на сегодня буду заканчивать наш день. Мальчики доиграют, мы пойдем помоемся, поужинаем, ну, вся остальная наша рутина. Но у меня к вам важная информация. Стоп! Завтра выйдет очень крутое видео о нас с Лерой, где мы обмениваемся жизнью. Лерчик — это девочка с Инстаграм, которая вот недавно совсем перешла на YouTube. Знакомьтесь с ней, у меня на канале будет она, а я буду у нее на канале, ссылочки все будут, так что обязательно приходите, смотрите. Я жутко стеснялась, потому что там на пол видео был оператор, я никогда не снималась с операторами, но мы не профессионалы, мы не актеры, мы попробовали, надеюсь, вам понравится, это что-то другое, что-то новое, так что очень жду от вас поддержки. Все, пока!